Стадион «Торпедо» стал местом проведения первого открытого чемпионата по силовому экстриму. Его организовали Федерация силового экстрима России и Спортивный союз молодежи. В турнире приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Ярославской и Московской областей. На кону, помимо звания самого сильного человека, путевка на международный турнир. Григорий Ворванин продолжит. В первом открытом чемпионате Московской области по силовому экстриму участвовали 10 спортсменов. Практически все они многократные победители и призеры различных турниров. Будем этот спорт двигать дальше, именно в среду молодежи, там развивать, дойти до каждого учебного учреждения. Потому что, когда смотришь на таких силачей, то на самом деле Россия – это великая страна. И у нас просто замечательные, очень сильные люди. Вес Станислава Полищука 150 килограммов, поэтому с бревном весом 120 килограммов он справился легко. За одну минуту успел поднять его 8 раз. Мог бы и больше, но решил поберечь силы для остальных этапов. Снаряды у нас используются нестандартные. И что касается предметов, которые мы переносим, вес может доходить и до полутонны, например, коромысла. А на каких-то международных стартах и больше бывает. Вот так в среднем веса в становых подъемах все всегда за 300 и за 400 килограмм. Один из зрелищных элементов турнира – фермерская эстафета. Сначала участники проходили 20-метровую дистанцию с коромыслом на плечах. Вес снаряда – 300 килограммов. После чего еще 20 метров, но уже с фермерскими чемоданами, по 120 килограммов каждый. Экстрима добавила погода. Соревноваться приходилось на мокром от дождя газоне. Само название силового экстрима подразумевает, что вид спорта все-таки экстремальный, может проходить в экстремальных условиях. Мы часто проводим турниры зимой, то есть они называются Iceman, да? Часто проводим турниры на нестандартных площадках. У нас все можно, мы можем, мы сильные. После выполнения всех элементов на высшую ступень пьедестала поднялся Максим Дворецкий из Москвы. Победа гарантировала ему участие в международном чемпионате по силовому экстриму, который пройдет в следующем году в Соединенных Штатах Америки. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.